Всем привет! Сегодня у нас очередная распаковка. Вот такой маленький конверт. Оценен он в $1. Добирался почти месяц. Чуть-чуть меньше. И здесь у нас должна быть очень интересная штука. Ножик надо подточить. Как пишут здесь у нас ATG адаптер. И вот так он выглядит. Интересная упаковочка. Оригинально сделана. Здесь у нас есть инструкция по использованию в картинках. Есть адрес сайта. Ну и давайте посмотрим на него поближе. Вот так интересно открывается. И вот такая вот малипуська. Значит, это у нас для того, чтобы обычную флешку, ну вот я буду использовать картридер, мы вставляем вот сюда внутрь. Вот так. И мы из обычного USB получили микро-USB. Причем с функцией ATG. Теперь, если мы возьмем наш телефон и подключим, то у нас должен определиться накопитель. Так и есть. Накопитель у нас определился. И мы можем... Да. Можем через проводник его посмотреть. USB накопитель. О! Прекрасно читается. Я туда закинул 2 файлика. Просто так, для проверки. Не том. Вот этим вот. Не вижу я нужную мне программку, но неважно. Запустим Apollo. Даже играет. Вот такая вот малипуська. Причем включить можно, как вы видели, даже любую флешку. Вот у меня вот такая флешечка есть на 16 гигов. Та-ра-та-там. Опс. И смотрим. Ага, заработала. Давайте через Total Commander. USB. Да, все заработало, все видно. Все файлы видны. Everything. Но здесь запустить... А, можно. Это у нас пошел мультик. Вот такая вот интересная у нас штучка. Очень удобная. Маленькая, аккуратненькая. Допустим, положили в кошелек или еще куда-нибудь. Место не занимает. И из обычную флешку превращает... во флешку с микро USB. Прикольная штучка. Стоила недорого, рубль 60 всего. Ну, в смысле, доллар 60. Ссылочка на нее, естественно, под видео. Продавец отличный, высылает хорошо, быстренько. Так что очень даже рекомендую к покупочке. Давайте я вам еще поближе покажу. Это с одной стороны, и вот так вот она выглядит с другой стороны. Все, выходим, покупаем. Штука вот такая классная. Пока!